Центризбирком регистрирует международных наблюдателей по приглашению президента, Жогорку Кенеши и правительства. На сегодняшний день регистрацию прошли 43 наблюдателя из 7 стран мира. Как рассказали в ЦИКе, из-за пандемии коронавируса наблюдателей будет не так много, как, например, на выборах главы государства в 2017 году. Тогда было зарегистрировано более 700 наблюдателей, а на недавних парламентских чуть более 200 человек. Процесс аккредитации он продолжается. Мы ожидаем поступления заявлений от других международных организаций, а также от представителей центральных избирательных комиссий, которые будут подавать заявки для участия в наблюдении за выборами. Аккредитация международных наблюдателей будет продолжена до 6 января 2021 года. Отметим, для наблюдения за досрочными президентскими выборами допускаются члены или представители некоммерческих организаций Кыргызстана. Организация, изъявившая желание наблюдать за выборами, должна написать заявление в ЦИК или ТИК, а также предоставить справку из госрегистра. Некоммерческой организации необходимо направить письменное уведомление с приложением копии свидетельства о государственной регистрации, а также с копией, заверенной печатью, копией решения о намерении осуществлять наблюдение за теми или иными выборами. Также для того, чтобы зарегистрировать уже общественных наблюдателей в той или иной избирательной комиссии, необходимо направить письменное направление с приложением копии паспортов данных лиц. Как отметили в ЦИКе, агитационная кампания на досрочных президентских выборах начнется 15 декабря и завершится в 8.00 9 января. Согласно закону, кандидаты на пост главы государства могут проводить агитацию через рекламные щиты, средства массовой информации, интернет-издания и встречи с народом. Из-за эпидемиологической ситуации будут введены некоторые ограничения. Массовое скопление не допускается. Это требование, рекомендация республиканского штаба. И разработан Центризбиркомом и Министерством здравоохранения алгоритм действий, всех действий избирательных процессов, начиная с сбор подписей и предвыборной агитации. Избиратели, организаторы этих встреч с кандидатами должны обеспечить всех избирателей СИЗами, средствами индивидуальной защиты. Как рассказали в Центризбиркоме, на сегодняшний день ЦИК проверяет подлинность подписных листов и предоставленных документов. Дастан Касканов, Бекжан Токтосунов, Алатау 24.